Сильные, выносливые и неприхотливые яки – идеальная порода для разведения в горных условиях. Здесь несколько десятков животных, которых семья Талгатбека Темирова смогла вырастить за короткое время. Изначально я купил 5 яков, а теперь их у меня уже 30. Я намерен увеличивать поголовье. Это очень хорошая порода для разведения. Фермер занимается яками уже 10 лет. Говорит, что эта отрасль животноводства очень прибыльна. Цена одного яка может доходить до 100 тысяч сомов, а минимальная стоимость – до 35. Яки требуют меньше корма и более экономичны в содержании в сельской местности. По рыночной цене стоимость взрослого яка доходит до 90 и даже до 100 тысяч сомов. Малыши стоят 30-35 тысяч. Я продаю их прямо у себя на ферме. Разведением яков в высокогорном селе Чонкаракол занимаются многие семьи. Разводить их гораздо проще, чем другой крупный рогатый скот. Важно, что яки не требуют больших заготовок корма. В условиях относительно мягкой зимы, как в этом году, легко находят себе пропитание сами. Мы также выращиваем яков на мясо. Оно высоко ценится, в том числе на международном рынке. Кормятся яки в высокогорье. Это еще одно преимущество. На сегодня средняя цена крупного рогатого скота на скотных рынках составляет от 45 тысяч до 50 тысяч сомов за голову. При этом самые дешевые яки продавались дороже – за 60 тысяч сомов. На сегодня в селе Чонкаракол на разведение яков перешли практически все. В каждом дворе насчитывается порядка 100 яков. Алена Смирнова, Айджан Илтур Думаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ошская область. Oh, my God.